тоже позиции. Я попал. Я упустил одну важную деталь после двусторонней игры. Первые 10 минут после гола лучшее время для того, чтобы развить успех. И то же самое, если ты пропускаешь гол 10 минут. Первое, ладно, операция еще. Я думаю, давай вместе посмотрим там. Не важно. Всякое может быть. Я вам не гарантирую. Здравствуйте. Главное, это фанат. Ну, гетер как минимум. А что, вам не нравится? Да мы сами ничего. Они только гетеры украшают. Здравствуйте. А, вы не капитан тогда? С вами не буду ругать. А что мы выбрали? Мы выбрали, да. Может, 3 сентября. Зеленый, синий? Вы зеленые. Мяч? Давайте, хорошей игры. Можем фотку сделать для истории. А то, знаете, когда я его еще посужу. Спасибо, Строгино. Я не могу заиграть сейчас. Боря играешь. Дальний просто под бой. Молодцы, старались. Старания стоит вернуться. Вопрос. Получается, они поднимаются в прессинг. Нападающие из них. Такие позиции встречают Валю. Лена, Яна и Кристина. 10-15 минут и уйдет.
Кто снизу забрал? Все, берите, кто снизу. Не кричи. Я специалист. Все, снизу. Да, я знаю. Вот вы, конечно, навели шумиху. Хорошница. Конечно, вы. Все, просто. Вот тебе еще.